Страшные скидки. Всем привет! Лето балует теплыми деньками, которые хочется провести на природе, желательно у водоема. В идеале осваивая новый вид спорта, к примеру, сапсерфинг. На сайтах огромный выбор моделей со скидками. Но при покупке доски нужно ориентироваться не только на цену, но и учитывать несколько параметров. Самые выгодные предложения в программе путеводителя по онлайн-скидкам «Шоппинг-навигатор». Поехали! Первое, что нужно знать – цель использования доски. Будет ли это спокойное катание по озеру, экстремальный сплав или долгий поход на сап. В зависимости от того, где и как вы планируете кататься, выбирается форма. Самая простая и распространенная – круглоносая доска или более быстрая доска с узким носом. Путешествие и исследование с воды – важная составляющая сапбординга. Поэтому перед покупкой подумайте, планируете ли вы брать с собой сап в отпуск. Если да, выбирайте доску небольшого веса с удобным рюкзаком и разборным веслом. А если вам и на домашней акватории хорошо, а дальних поездок с багажом в виде сап-доски не предвидится, то можно не переплачивать за легкость и мобильность и взять доску потяжелее. Вес надувных досок для сап варьируется от 6 до 18 килограммов в зависимости от технологии производства и размера. Универсальные сап-доски наиболее популярны, они производятся разных размеров, большинство моделей надувные. Сапы хорошо скользят по воде, более стабильны, чем серф-модели, но при этом достаточно маневренны. Такой сап подойдет как для заплывов на длинные дистанции, так и для первого опыта на волнах. Использование таких досок ограничено лишь вашей фантазией. Путешествуйте с друзьями или домашними питомцами, занимайтесь рыбалкой на сап, устанавливайте парус и ходите под ветром, делайте сап-йогу. Размеры сап зависят от комбинации свойств – маневренность, устойчивость, скорость, грузоподъемность, а также веса райдера. Туринговые сап-доски созданы специально для путешествий в удовольствие. У них идеальное скольжение. За счет большой длины развивают высокую скорость, а благодаря своей ширине туринговые доски очень устойчивы с хорошей грузоподъемностью. На этой доске можно даже поймать небольшие волны. Конечно, такой сап не будет поддаваться каждому вашему движению, но путешествовать с ним гораздо приятнее. Многие доски такого типа надувные и оснащены опцией дополнительного крепления груза. Идеально для тех, кто предпочитает ходить по гладкой воде на дальние расстояния. Гоночные сап-борды – реактивная ракета в мире сап-оборудования. Имеют большую длину, но при этом очень узкие. С каждым грибком весла вы словно разрезаете воду и двигаетесь вперед и вперед. Такой тип доски подойдет только подготовленному райдеру. Существуют как надувные, так и жесткие гоночные доски. Они немного отличаются по скорости. Так что выбирайте доску под тип гонок, в которых хотите участвовать. На сайте SAP Club сап-доску Indiana All Round сейчас можно купить с существенной скидкой за 38 250 рублей. Ее прежняя цена 45 тысяч, спроектирована в Швейцарии, произведено в Китае, объем 164 литра, выполнено в один слой, вес доски почти 9 килограммов, допустимый вес райдера 80 килограммов. На сайте Global Drive надувная доска для сап-бординга Zray X-Rider сейчас продается со скидкой за 17 800 рублей. Ее прежняя цена – 21 тысяча, ее вес чуть более 11 килограммов, допустимый вес райдера – 120 килограммов, водоизмещение – 244 литра. На сайте Decathlon самая доступная доска для сапбординга сейчас продается за 19 999 рублей. Надувная доска для пользователей весом менее 60 килограммов, подходит для прогулок и непродолжительных сплавов, оснащена мягким комфортным ковриком и удобной ручкой для переноски. На сайте Good Rider Subboard Stormline сейчас можно купить за 38 890 рублей. Раньше он стоил 43 890. Это очень маневренная доска. Она подойдет для прогулочного и турингового катания, сап-рыбалки и сап-йоги. Вес доски составляет всего 8 килограммов, что позволит легко ее транспортировать. Максимальный вес райдера не более 120 килограммов. На сайте «Твой дом» сап-доска Best Way сейчас продается за 23 390 рублей. Ее длина 274 сантиметра, высота 12, страна-производитель Китай. В комплекте также ручной насос, ремонтная заплата и переносная сумка. Это был «Шоппинг-навигатор», ваш гид в сфере онлайн-покупок. Экономьте деньги с нами! Отличные скидки!